Министерство транспорта края проигнорировало приглашение красноярских перевозчиков на обсуждение скидок по транспортным картам. Поэтому им ничего не остается теперь, как отменить их с января. По словам перевозчиков, чиновники отказываются идти навстречу в решении проблемы. Рост цен на топливо и повышение налогов не дает им возможности покрывать расходы и поддерживать парк в приемлемом состоянии. Они уже направили коллективное письмо губернатору Александру Усу с просьбой вмешаться в ситуацию. Ответов письменных мы на свои запросы по судьбе транспортной карты на данный момент никакие не получили. Ни проектных договоров с нашими предложениями, ничего нет. То есть поэтому с 1 января, если так ситуация и останется в последние оставшиеся 2-3 рабочих дня, то у нас, у перевозчиков, нет ни возможности, ни оснований, к сожалению, возить по транспортной карте.